Доброе утро. Люди, о которых сейчас пойдет речь в нашей студии, я считаю, что они удостаиваются звания народники, передвижники и подвижники. Потому что Пермский дом актера именно этим и занимается. Подвижнической работой, дарением искусства театра самым разным людям, которые от него по разным причинам отлучены. Ну, разумеется, не только этим, но в том числе. И я с огромным удовольствием сегодня в студии в нашей приветствую заместителя директора Пермского дома актера Бориса Александровича Гилева. Доброе утро, Борис Александрович. Доброе утро. Вот не случайно я начала с этих подвижнических проектов, потому что меня совершенно поражает действительно, как Пермский дом актера с открытой душой выходит к таким категориям зрителей, как больные дети, зрители глубинки, зрители, которые никогда не встречались с театром, и вот вы дарите им это открытие. Завтра, сегодня начинается сезон Дома актера, да? Я вас поздравляю с этим открытием. Скажите, пожалуйста, вот в ходе этого сезона какие проекты задуманы, и вот как вы будете продолжать эту свою линию жизни? Ну, во-первых, Дом актера – это структурное подразделение Союза театральных деятелей России, нашего Пермского отделения. И поэтому все проекты, которые были у Союза, они будут продолжаться. Это и «Театральная весна», и «Волшебная кулиса», и «Теплая ладошка», и наш вот проект непосредственно театральный «Театральная неотложка», в которой спектакли для детей, которые не могут вот в данный момент побывать в театре, для детей больных, для коррекционных школ, как вы совершенно правильно заметили, вот для детей в глубинке мы выезжаем с нашими спектаклями по всему практически Пермскому краю, в очень далекие места, где, куда театр профессиональный не доезжает, самодеятельный не всегда бывает, тем более профессиональный. Вот. У нас продолжается проект «Стихия». Угу. Вот, когда ведущие актеры пермских театров, замечательные мастера слова, читают стихи наших поэтов и тематические. Вот уже в этом году первый буквально проект будет посвящен 200-летию Михаила Лермонтова, замечательного поэта. 13 октября, да, у меня остается подолги, нет, да? Я не Байрон, я другой, так мы назвали эту программу. И там будет и Гинзбург, народный артист России, читать, и Старостин Елена Сергеевна, заслуженная артистка, и Владимир Дроздов, и другие наши замечательные актеры. И я думаю, что это интересно будет не только тем, кто увлекается поэзией, но и вообще просто нашим зрителям, потому что каждый стих в исполнении таких больших артистов, это, естественно, целый спектакль, моноспектакль. Вот. Мы совместно с проектом «Культурная неотложка» осуществили постановку нового спектакля «Хоровод сказок». Это такая история национальная. Мы объединили в одной сказке три сказки. Какие? Три сказки трех народов, наиболее значимо представленных в Пермском крае. Это русская, татарская и коми-сказка. И вот мы уже тоже возим этот спектакль. Премьера у нас запланирована в октябре или в начале ноября. Премьера в Перми, да? Да, в Перми, непосредственно в Доме актера. Мы ее покажем, и это тоже очень интересный проект. Затем у нас будут новые театральные постановки, в частности, вот «Евжемиак», «Месье Мелькар платит». Вот, так, это будет когда у вас? Это мы планируем в этом сезоне. Мы пока дату не объявляем. Дату не объявляете. Да, потому что специфика нашего Дома актера, ведь Дом актера – это дом всех актеров. Да-да-да. Вот, всех театральных деятелей, которые живут, работают, творят в Прикамье. Но это и наша большая проблема, потому что они заняты в своих профессиональных театрах и в свое некое свободное время, условно, от работы в театре, они приходят к нам в Дом актера и играют спектакли. Вот у нас есть замечательный спектакль, который называется «Пока она умирала», который был блестяще шел на сцене драмтеатра. Ну вот ушел Виктор Петрович Саитов, и
спектакль долгое время не показывался. Потом актеры решили, что надо бы его восстановить. Ну, спектакль в память, конечно, о замечательном, да, нашем пермском актере. И вот этот спектакль тоже идет. То есть наравне со старыми спектаклями будут какие-то новые истории. Все это будет сюрпризом, потому что, будут, да, поскольку, да, без дат. Да, без дат. Пока мы без дат. Скажите, пожалуйста, Борис Александрович, а где следить, где получать информацию, ну, о деятельности? Во-первых, мы, у нас сайт, причем он очень хорошим, я считаю, в рабочем состоянии. Ага, это главное. Там, да, все новости мы там размещаем. И репертуар, как только у нас появляется, мы сразу же на сайте. И в городских зрелищных, на сайте городских зрелищных касс там есть и ценовая история, и некоторые анонсы, и краткая аннотация всех спектаклей. Прекрасно. Ну что ж, давайте еще разочек пригласим сегодня в 7 вечера спектакль «Жанна», да, по пьесе Пулинович. Да, вот об этом спектакле очень хочу отдельно. Только совсем коротко, да, к сожалению, одну у нас секунду. Очень времени мало осталось. Это замечательный спектакль. Собственно, наша театральная история начиналась дома актера, непосредственно с этого спектакля. И в главной роли наша замечательная актриса Елена Сергеевна Старостина, заслуженная артистка России. Но, ко всему прочему, она еще зампредседателя правления Пермского отделения СТД. И еще она наша замечательная дом-актер, директор дома-актера. Да, 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 да. В общем, такой некий бенефис, можно сказать. Можно сказать, да, что это спектакль, каждый спектакль ее этот, это ее бенефис. Да, я думаю, поклонники таланта Елены Старостины завтра не преминут заглянуть в Пермский дом-актера. Спасибо вам огромное. Вам желаю яркого, замечательного сезона, нового театрального. Спасибо, приходите к нам. Непременно. А вам, уважаемые, напоминаю, что сегодня в Пермском доме актера открывается театральный сезон, спектакль «Жанна». 7 вечера ждут всех поклонников и театра вообще, и театрального творчества Елены Старостиной в частности. И вообще следите за работой этого учреждения, которое в некотором роде уникально и дарит очень много приятных театральных моментов.